Привет, мы продолжаем проходить Condemned Criminal Origins. И сейчас мы все еще ищем этого гада в тюремной робе. Из оружия у нас, судя по всему, ничего нет. Будем искать. Будем искать. Пока что у нас пустые руки. Единственное, мы можем ногой вот так кого-нибудь въехать. Так, ну что, чтобы схватить, потому что... А вот я вижу трубу. Непонятно, почему, кстати, у меня нет оружия. Вроде бы, когда заходил я в финальную точку последнего уровня, оно у меня было. Так, это, по-моему, замануха какая-то, как мне кажется. Сейчас дернется резко, поэтому мы лучше пойдем по лестнице. Умный всегда идет в обход, как говорится. Так, мы опять спускаемся на станцию метро. На Union Station. Это что? Тоже труба. Дадим ему пендель. Что за знак? Ой, нет, это дурдом какой-то. Давайте-ка мы лучше походим с трубой. Ага. А вот он, скотина, бежит. И закрылся. Ну, значит, давайте обследуем помещение. Так, а там кто-то шевелился, по-моему, да? Тут у нас топор. Ой, не та кнопка. Какой-то глюк странный. Кстати говоря, он какая-то свинья бежит. Сейчас мы ему по виску дадим топориком. А у него тоже топор. Ну ты... Брутальный тип. Да шо ж ты... Какое? Давай мы тебе за это... Так вот. Я не понял, конечно, что я сделал. Просто толкнул его на землю. Но, видимо, ему этого было достаточно после двух ударов топором. Какой-то глюк у меня. Каждый раз, когда я начинаю игру, у меня сбрасываются все настройки управления на клавиатуре. Так, какой-то гад бежит. Со знаком указательным. Давайте. Ух ты, блин, а. Ну ни хрена себе. Вот это я понимаю. Сложность так сложность. Так, откуда я начну? Опять с самого начала. Черт. Давайте будем осторожней. Заодно птичку возьмем. Так, что там вообще творится-то? Бои идут какие-то первобытные. Сразу встретим этого бомжа. Так, а если к тебе побежать? Нет, я лучше не буду, а то меня возьмут в кольцо. И расхерачат просто. Ну давай, давай. Какой живучий, а? Шею тебе к чертям собачьим. Вон бежит чувачок с пистолетом. Надо его быстро законтачить. Да харе, слышь. Ты смотри какой. Так, и что, где твой пистолет? Блин, похоже, придется. Давай пистолет. Жизнь вообще не к черту. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Фу, блин, это было напряженно. Что-то они какие-то бешеные стали. Но я надеюсь, все. Где моя труба? Мне бы аптечек, конечно. После такого. Давайте сохранимся, чтобы по новой не бегать. Если вдруг что не так пойдет.
Так, и секундочку, я прикрою окошко. У меня там опять ночью в 11 часов кто-то работает отбойником. Совсем уже охренели. Так, видимо, нам сюда. Да. Топор нам в этом деле помог. Аптечку, пожалуйста, кто-нибудь дайте. Вот, отлично. Все, идем дальше аккуратно. Че я толкаю? Огнетушитель. Тут закрыто. И тут закрыто. Так, тихо, аккуратно идем. Не нарываемся на проблемы. Что-то стало с освещением, это ненормально. Палка с болтами, короткая труба, но я, пожалуй, побегаю с топором. Здесь у нас чекпоинт. Выключим фонарик. Ага, я вижу, по крайней мере, одного крепыша с трубой. Ну давай, иди сюда, что ли. Но ни хрена себе. Но с этим мы справились довольно легко. Это хорошо. Это что это было? Он просто растворился в воздухе. Да уж. Вот еще один. Надеюсь, он так и останется одним. Так, куда он убежал? Скаты прячутся постоянно, блин, умные сволочи. Еще контрольная точка. Что-то мне на них везет. Ого. Это у нас кто такой выпал из окошка? Тихонько пробираемся. Так, осторожно. Тут их двое. Он убежал, что ли? Где-то там, на заднем плане мельтешение, а вон бежит. Блин, двое сразу. Это хреново. Сразу в висок ему. Это я уже вроде как приучился. Топором в висок, это, конечно, наглухо. Ну давай. У меня есть такая вот читерская вещь. Так, вроде все успокоились. Пистолет. С 9 патронами. Отлично. Там я вижу аптечки. Разобьем ногой. Подлечимся. Сохранимся. Идем дальше. Слышу шевеление, но не вижу никого. Блин, какой в игре звук крутой все-таки. Очень хорошо поработали. Так, тихо, не стреляй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, он довольно-таки слабо меня покосил, конечно. И там я видел, кто-то забежал за угол. Он может выбежать и оттуда, и оттуда. И оттуда нас могут ружьем еще шарахнуть. Так, ну готов. Он еще один бегает. Тоже с огнестрелом, что ли? Тихо. Не пылим. Так, ну у меня осталось 5 патронов. Сколько у нас тут? В дробовике. 4. Ну это будет получше. Давайте-ка возьмем аптечку. Тем более сейчас с того еще, возможно, сможем подобрать патроны.
Или нет? Здесь нельзя их пополнять? Нет, у этого один. Ладно, с этим походим. Клево с физикой поработали. Под ногами постоянно что-то лежит, катается. Ну, прикольно сделали. Ощущение движения такое. Так, это что оттуда выкатилось? И оттуда меня никто не схватит, я лучше с той стороны обойду, пожалуй. Там никого, но судя по тому, что тут вот эти глазья, глазочки, там есть где-то знак. Давайте поищем. Мне он, конечно, в принципе, вообще не нужен, но раз сам его в руки идет. Но я, честно говоря, не вижу, где он. Ну и хрен с ним тогда. Не хочет, как хочет. Пожарный топор. Где у нас был пожарный топор? Я уже даже и не помню. Давайте вернемся. Вот, по крайней мере, один я вижу. И теперь у меня дилемма. Идти ли дальше с топором, или взять дробовик. Давайте дробовик возьмем. Дробовик все-таки это гарантированное убийство с одного-двух выстрелов. А топором придется помахать. Так, что у нас тут? Опять подсобка какая-то. Аптечки. Контрольная точка. Так, нам пока не надо. От скотина. Убегает от меня. Требуется лом. Тихо. Откуда звуки? Вроде спокойно. А вот у нас лом. Еще дробь. Тоже 4 патрона. А тут видно... А, нет. Скотина живучий какой, а? Че, еще есть кто? Вон еще бежит. С пистолетом причем. Сука, живой. Так, идем за нашим вторым ружьем. Смотри, живучий, а? Да на тебе. Так, где твой пистолет? Пистолет давай, слышь? Алло, гараж. А вот он. 7 патронов. Пойдет. Так, нам туда, видимо. Значит, пойдем сюда. Так, это оказался с другой стороны. Вон там я бегал. Все это обошел. Почему я не мог перелезть через это заграждение, непонятно. Ну да ладно. Так, здесь только что пробегал преследуемый нами маньяк, который скотиной заварил всю эту кашу. И тихонько-тихонько идем вперед. Так, туда вниз, что ли? Тут я вижу еще одна птичка. Бегают враги. И все нам, видимо, вниз. Ой, не та кнопка. Ух ты, блядь! Сука!
Только я подумал, что игра перестала меня пугать, я отложил еще ровно 3 кирпича. Давайте сами разбирайтесь. Ты что ли это сделал? Да блин, падай уже. 3 патрона, ёкарный бабай. Фу, блин, вот испугался-то, а. Давай, иди сюда. Так, все, пора, по-моему, сменить наш пистолет. Или пусть пока остается с 2 патронами. Даже не знаю. Фу, вот обосрался. Так, ты что тут лежишь, жопой кверху? Так, видимо, мне сюда, что ли? Давайте тогда туда пойдем. Надо все исследовать. Первое правило. Обезопасить тылы. И потом спокойно двигайся вперед. Так, здесь у нас тупик. Ну ладно, давайте мы, пожалуй, возьмем трубу. Потому что 2 патрона это... Если там будет больше одного врага, то мне, скорее всего, хана она станет. Подлечимся. Еще контрольная точка. Так, мы пришли на станцию метро. New Montgomery, Downtown Local. Так, тут есть кто? Наверняка есть. Так, там что ли стоит кто-то, или это какой-то подозреваемый на поезде? Забери ставь туда, пока он не удрал. На этом поезде, что ли? Вот это кто такой? Эй, братюнь. Ага, это было странно. Вроде мертвый. Так, ну судя по всему никого. Давай что ли спрыгнем. Вот с такой-то трубой. Эй, слышь, дверь открой. Что-то мне не нравится тут ехать. Что происходит? Какой-то глюк был. Блин, и чё, мы долго так будем ехать, нет? Может, мне что-то нажать надо? Ох, ни хрена мы разогнались. Блин, пустите меня, пожалуйста. Твою дивизию. А вон он там где-то скотина упетлял. Ох ты, ёпт. Сука, иди отсюда. Диск соблик. Хорош, слышь, я сейчас упаду. Ой, бля, не та кнопка. Это у нас такой серфинг экстремальный, что ли? Охренеть. Так, давайте-ка мы... Фу, блин. Это да, это было сложно. Птицы умирают от кровоизлияния в мозг. Что-то с птицами не то творится.
по непонятным причинам их мозг просто распадается. Да уж. Умело ставьте блок и наносите ответный удар, Кэп подсказывает. Что бы мы делали без Кэпа? Так, давайте на серединку встанем. Туда мы, похоже, не сможем забраться, там какой-то заборчик. Инструмент достать. Что, на вонь, что ли, опять птицу искать? Да не нужна она мне. Ваша птичка. Темнота. И никакого оружия. Я вижу там тень. Может, тут трубу можно отобрать? Нет. Они там между собой что-то схлестнулись. Вот это вот дайте мне. Хорошо прикручено все. Это кто это уполз там такой? Блин, это что было? Хотя бы с палкой такой трухлявый походим. Хоть что-то. Так, что-то мне все это совсем не нравится. Не хочу я туда идти, туда эта хрень ползла. О, о! Че, дурак, что ли? Хлипкий какой оказался. Но зато акробат. Так, что у нас здесь тупик? Полезем сюда тогда. Ружо. Что у нас в руже? 5 патронов. Хорошо, это мне пригодится. Что? Труба с проводами. Нет, обойдусь. Потише как-нибудь не мог открыть, братин. Так, осторожно пробираемся.